Всем привет, друзья! Мы сейчас находимся в районе Экспо. Идем мы в Мегасилквей, чтобы сдать вещи, которые мы вчера приобретали. Размер не подошел. Вчера было очень много народу в связи с праздником 25-летия города Астаны, поэтому во всех бутиках очень много было народу. Мы не заходили, не примерялись, просто на глаз взяли. Поэтому дома примерились, не подходит размер. В общем, сейчас будем сдавать. На улице очень жарко, мы вот так вот зашли в тенечек. Посмотрите на этого пупсика. Ну что, тебе там удобно, да? Да, малыш? Нашел место. Малыш, тебе удобно, да? В Бершке мы купили вот такой вот свитер. 5600 со скидочкой, размер S, это для дочи, замочек можно закрыть, либо вот так оставить, очень красиво смотрится, при этом декольте не слишком глубокое, но в общем очень красиво, мягенькое, не колется, вот, я себе точно такой же M-ку взяла, и купили вот такие вот водолазочки, стоят они со скидкой 4000, я себе М-ку взяла белого цвета, дочь захотела черная, вот. Вот такие вот покупочки. Жорку, да. Так, с собой мы определились. Выбираем люстра. Пойдем, значит, тебе брать. Друзья, посмотрите, что я смастерила. Это столешница от кухни. Одну часть мы срезали. И я эту столешницу на балконе хранила. И до меня вчера только дошло купить ножки в строительном магазине. И я прибомбасила их только что. Вот что у нас получилось. Здесь края еще я обработаю. Вот здесь вот, вот такой край красивый. Вот, высота 70 сантиметров. Красиво, да? Все устойчивое вроде. Очень красиво получилось.
Да, ну что я заткнула, почему? Чинтиш. Всем привет, друзья! Я вышла с частной клиники, проверилась. Была я у гинеколога, все хорошо, все нормально. И мы сейчас идем в Мегу, мы в районе Экспо. Пойдем ужинать. Это у нас обед-ужин будет, да? Все ему нужно. Да, малыш? Вот любит крема всякие. Не я. Searching for a longer day. People feeling like the light has just... Заходили в отдел Мадам Коко. Приобрела посуду стеклянную. Вот такая вот большая. И вот такой вот бол. Всего одна штучка осталась. Решила взять. Может быть, еще будет поступление. Сказали, вроде в пятницу. Докуплю. Пока решила по две штучки взять. Это с одной серии. Вот такая вот тарелочка. Я бы предпочла вот такой вот рисунок, но не было, поэтому пока что попользуемся. Дальше вот такие вот салатницы. По рисунку заметно, да, что они с одной серии. И вот такая салатница. Мне кажется, здесь можно даже суп, небольшую порцию. Вот. Очень красиво. 40% скидки идут. Заходила в H&M и купила себе обувь. И Симбочка, как обычно, пришел. Обожает распаковки, да, малыш? Давайте. Вот такая вот обувь.
Симбочка. 39 размера. Со скидкой 5000 тенге. Здесь цена была 10. На кассе оно 5000. Симпатичные, правда? Зара. Цена была вот такая. Со скидкой 10. H&M. Цена была 10. Со скидкой 5. Угу. Раньше так не прибегал, да? Соскучился. Ой, все, 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 все. Закрываю глазки. Что это?